увеличивать масштаб воздействия. У каждого человека есть слабое место. Это точка духовного бедствия. Все люди для Бога из одного теста. Война – это глупости или тьмы действия. Не окончится миром из-за людской тупости. У одних это связано со словом «месть», а у других связано со словом «глупости». Великий народ накануне восшествия не может смириться с рабским своим положением. Помните, что есть причина и есть следствие. Люди потеряли к корням своим уважение. По сценарию тьмы Россия в драке. Украина истори была с гонором. Война должна для Руси закончиться крахом. Для такой войны не надо и повода. Война началась, и конца людям не видно. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Война затягивает народ на дно. Люди за великое прошлое славян не простят. Война не нужна и Создателю, но Святая Русь нужна как никогда. Войну поддерживают лгуны-обыватели. Для них это золотая пора. Самой власти надо поднять престиж. Скатился он почти до нуля. Людям в рабстве не нужна жизнь. Сегодня авторитет власти поднимает пуля. Но это не может продолжаться долго. По сценарию Бога на пороге уже шестая эпоха. Пора начинать шестой эпохи пролог. Сегодня война славян до последнего вздоха. Создатель с войной решил разобраться. Люди нарушили право свободной воли. Создатель не будет никогда драться. Он изменит сознание людей и их долю. Началом новой эпохи будет Русь святая. Подготовлена уже новая матрица. Сущность людей будет совсем другая. Русь пишет для них новую уже страницу. Теперь другая уже страница и новый экзамен. Теперь впереди не реки, а океаны. Люди дождались исторических перемен. Они сегодня уже почти у нирваны. Масштаб воинства Бога совсем другой. Человечество не сразу поймет, что случилось. Сладкий сон, вечный в духе покой, преображением людей обернулось. Теперь поздно жалеть. Война – наказание. Пророк покажет людям путь к Богу. Людям придется проявить старание, чтобы к спасительному добраться кругу. Все, кто против Бога, погибнут. Богатые тоже плачут. Не надо было против Создателя гнуть. Дворцы в материи, а в духе лачуги. Люди-боги скоро уже на Атлантике. Этот океан – точка начала начал. Вселенная качается в направлении космонавтики. Святая Русь на планете для людей причал. Не было бы войны, все было бы гладко. 18 лет Создатель передает знания. Жизнь людям не покажется сладкой. В последний момент придет судьбы понимание. Все власти мира должны скоро уйти. Создатель берет на себя управление. Нет для людей другого пути. Пророк Создателя управляет движением. Власть на планете в руках Бога. Шестая эпоха. Эпоха людей-богов. Пророк определит для людей дорогу. Не будет больше религиозных оков. Теперь на планете белое братство. Главное направление – совершенство до Бога. Есть знание Бога. Это любви царства. Есть будущее для людей. Нет печального для них итога. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 15 марта 2022 года. Катрен. Власть на планете в руках Бога.